Нуб против про против читера. Нуб. Ну и чё? Я тут не могу бегать. Ого, чувак, ничего себе. У него какая-то бычок какой-то сидит. Прикольно. Я тоже хочу, чтобы у меня бычок какой-нибудь сидел. Так, а чё я крутить что-то могу? Вот сейчас крутану. А, это как всегда бонусы какие-то, да? Раз бонус какой-то, два бонус. Так, ну я знаю эти игры, я знаю. Здесь надо много-много бегать. Ого. Это кто? Это призрак? Ой-ой-ой-ой-ой, отстань от меня, не буду с тобой связываться. Так, ну я как профессиональный игрок всегда смотрю сначала на какие-нибудь кодики. Вот я сейчас хочу ввести кодик. Тут у нас вот твиттер. Я вот так вот беру и ввожу. Это первый кодик. И какой-то есть еще один код там, второй что ли. Вот так вот сейчас, вот я его ввел. И мне дали что-то, подожди, мне что-то дали, телепорт какой-то дали или что, я не понимаю, что мне дали. Что-то все непонятно как-то. А, вот это кто такой, ниндзя какой-то у меня теперь есть. Это не... Во, лысый ниндзя, прикольно. И что ты умеешь? Ой, а я с ним быстрее стал, что ли? Реально, я стал с ним быстрее. Вот это бег. И что это такое? Пиу, я получил что-то. Я не знаю, что я получил, но это, наверное, хорошо. И что дальше? Так, ну я бегу дальше, вот до следующей точки. А где я вообще вот здесь вот внизу на карте? Все вон бегают, а есть кто-то, да? А я, меня нет вообще. Что-то странно как-то, меня нет. Так, а что я вот что-то могу сделать еще, да? Донатить я не могу, у меня денег нет, ну, робаксов нет. Нет, я ничего не смогу здесь сделать, я ничего не могу. А, вот, я себя вижу. Я в самом начале всего лишь только. А я вроде быстро бегу. А почему я в самом начале всего лишь? Ой, это что это за проход такой? Я об него ударился? Не, я не хочу туда тогда бежать. Подожди, а я могу туда как-нибудь пройти? Я хочу туда пройти. Пустите меня туда дальше. А что надо сделать? Так, и что-то надо сделать. А, надо пройти какой-то рейс. Похоже, вот этот мне надо полностью пройти, да? Но я не могу его пройти, я слишком медленный. А что делать надо? О, кликать надо, да? Так, я буду кликать. Так. И сколько я смогу так накликать? Вот так, давай. Сейчас мышку всю сломаю. Давай, кликай. Ой, у меня увеличивается мой лучший результат, да? Походу, да, увеличивается. Да, давай. Вот, и все, что ли, я больше не могу кликать? Ну, я побежал, значит, да, вот я бегу. Ничего себе, какие они быстрые. А я не такой быстрый. Так, ну ладно, вот. Получаю я снова по... Что-то... Я вот эти сюрикены получаю какие-то. Пока не понимаю, что с ними делать. Блин, что-то сложно как-то. И вот там столько линий еще спереди, смотри. И мне их все надо проходить. Что-то как-то сложно. Не, мне кажется, это сложно для меня. Не, я пойду лучше куда-нибудь в другую игру поиграю. Пойду попрокачиваю мускулы в мускул-легендах. Здесь что-то я не хочу бегать. Что-то слишком уж и долго здесь надо прокачиваться. Не, это не мое. Игра не для меня. Про! Ну что, вот они мои самые лучшие питомцы, которые есть в игре. У меня два секретных шайни питомца. Это Бакуго. И вот такие вот, да, у меня сейчас питомцы. Мой лучший результат это 17,5 миллионов. Ну, кстати, могу сделать и получше. Давайте мы сюда перейдем в последнюю локацию. Ну и надо бы, наверное, я думаю, улучшить наших ребят. Потому что, смотрите, ну, заэнчантить. Потому что энчанта у них нет. Поэтому берем вот так вот делаем первого и, например, о, двоечка, ну неплохо, ладно, пусть будет. Пока сделаем так, а тут пауэр, тут однерочка. Не, нас однерочка не устраивает нам. О, Кэнди однерка, ну пусть будет, окей. Вот такие, в общем, у меня пэты. И я, наверное, хочу, ну это у меня рейнбоу, смотрите, легендарочки. Две рейнбоу мифика и мифик рейнбоу вот такой вот у меня еще есть. Но я хочу, знаете что, попробовать сделать рейнбоу секрет. Может быть у меня получится, а может быть нет. Я хочу это проверить. Давайте мы вот так вот сейчас возьмем и просто 40% на удачу попробуем сделать. Можно, конечно, по 20% сделать, да? Но мне кажется, по 40% будет лучше. Давайте, знаете как, попробуем вот так сначала сделать. Это я проверяю, прощупываю вот так вот, ребят, смотрите. Потому что, допустим, вот так давайте сейчас мы еще сделаем.
Так, эти у нас закрыты. Давайте вот так сделаем, чтобы у нас было как можно больше фейлов. Вот, видите, да, смотрите, неудача, неудача. Давайте вот так сейчас сделаем, чтобы у нас еще неудача была. Надеюсь, будет неудача. Блин, надо, знаете как, я хочу немножечко как-то... Да что? А, вот, все нормально. Я хочу немножечко, ребята, обмануть систему. Хочу, чтобы у меня было много неудач. Вот, видите, да, смотрите, две неудачи. Давайте посмотрим, будет удача или неудача. Будет удача, слушайте, неплохо. Давайте, знаете, как проверим, смотрите. Сейчас у нас будет неудача, да. Сейчас у нас будет еще одна неудача, ребят. Так, давайте-ка. Так, а кого? Так, давайте легендарку тогда сделаем. Сейчас я ее разблокирую вот таким вот образом. А вот так вот я ее разблокировал. Сейчас у нас тоже будет неудача, 100%, я думаю. Нифига удача. Тогда, ребята, моя тактика не работает. И сейчас у нас, ну, удача. Давайте вот так вот попробуем сделать. Окей, 40%. Тут будет 100% неудача. Здесь у нас будет, наверное, тоже неудача. Ну, хотя я не знаю. Мало ли. Нет, неудача. И погнали, ребята, 40%, я прям скрестил пальчики и думаю, что у нас все получится. Давайте, давай, давай, давай. Да, ребята, у меня... Офигеть, у меня секретка. Ребята, это самый крутой питомец на данный момент. Бакуго, ребята, 3 миллиона 160 косарей. Это просто жесть. Я не думал, что у нас получится, ребят. Это первая секретка моя, которая рейнбоу. Обалдеть, ребята. Это просто жесть. У меня результат сейчас 18,5 миллионов. Это при том, что я еще даже не кликал. Давайте попробуем покликать и посмотрим, сколько у меня будет результат. Вот так вот выглядит эта секретка, ребят. Вот она, рейнбоу, Бакуго. И давайте кликать, смотреть, ребята. Ну, мне кажется, что возможно, в принципе, у нас будет даже 20 миллионов. 20 миллионов скорости — лучший результат. Это, конечно, не топовый. В топ-300 я не попаду, но хотя бы, в принципе, это будет довольно близко. Мне даже кажется, 20 с чем-то лямов у нас сейчас будет. Ребята, это заслуживает вашего лайка. И вы только посмотрите, как растут у нас цифры. Да, 20 будет, 100%. Даже, возможно, 20,5. Нет, 20-300, ребят, это мой новый лучший результат. Вы, кстати, напишите обязательно в комментариях, какой у вас результат. Всем, ребята, спасибо, кто поддерживает. Если вы до сих пор не поставили лайк, обязательно ставьте. Читер! Так, я что-то тут в игру зашел, да. И, короче, ввел этот чит какой-то. И мне вот таких вот питомцев сразу дали в самом начале. Прикольно. Я даже не ожидал этого, что мне что-то могут дать. И я, короче, взял самым быстрым. Я, типа, даже, можно сказать, не открывал их. Они у меня открыты уже были. Это прикольно, конечно. Новые какие-то виды читов, что ли, сейчас получается есть. В общем, вот такие у меня пэты. И я сейчас это попробую покликать. Ну-ка, что там? До куда смогу добежать? Сейчас сделаем все. Все по красоте у нас будет. Ну-ка, тут еще он топ игроков. Ну, по идее, я смогу в топ попасть вообще легко. Так, что я не бегу? А вот все, побежал. Ну, сушка, я был прям вообще медленным в самом начале. Вот сейчас зашел такой, думаю, это... попробую чит сделать. И реально чит работает, смотри, что. Смотри, что я стал быстрее. Реально просто зашел в игру, ввел чит. Так, а если я, например, сделаю так, что... чтобы у меня были самые последние питомцы. Вот это будет интересно. Может быть, получится. Так, ну я пока добегаю вот до сюда. И это типа вообще супер слабо. Ну, смотрите, вообще прям отстойный результат, если честно. Я бы хотел намного лучше, намного мощнее. Ну, а чё вот? Сейчас только с читом. Так, ну, донатить я ничего не могу. Я бы, конечно, этих пэтов себе приобрел. Но у меня денег нет. У меня нету этих робаксов. Короче, ничего нету. Я еще вот сделал себе X2 сюрикены, потому что мне дали их. Интересно, в общем, интересно. Еще вот так вот супер лаки сейчас сделаю. Может быть, мне повезет, я какого-нибудь крутого питомца себе смогу открыть. Ну, пока что-то я вообще супер медленный. Но, ладно, это, конечно, мы с вами сейчас исправим, я думаю. Я тут еще один чит, в общем, нажал только что. И у меня какие-то должны быть питомцы крутые. Так, ачивка у меня тут. А, ну да, у меня ранг еще, кстати, повысился. Да, я сделал так, чтобы у меня ранг повысился. И, вот это, конечно, шикарно. Ну-ка. О-хо-хо-хо, у меня 6 лямов. Че, серьезно? Я сейчас вообще быстро смогу тогда пробежать, да? Обалдеть, вот это я понимаю, шикарно. О,
Ну, это вот новый чит, да. Это получается, наверное, одни из самых последних питомцев. Да, я их получил, это жесть какая-то. Я сейчас пройду первую локацию и сразу приступлю к следующей. Но у меня разгон, конечно, слабый. Да, я бы, конечно, разгончик себе еще какой-нибудь сделал. Тут же есть по-любому какой-нибудь разгончик, вот, например. Да, но все равно я прохожу прям с легкостью первую карту, офигеть. Теперь я могу пройти вот сюда. Вообще, я куда-то улетел. Так, придется летать, что ли? Я не понял. Ха, вот это жесть. Вот это жесть. Слушайте, а может быть еще таких всех питомцев наделать? Я думаю, стоит того.